Всем привет. Ну что, ребята, у нас очередная инфа есть по поводу обновления. Возможно, будет новый скин на Бигфута. Не знаю, хорошо ли это плохо. В принципе, Бигфут востребованный герой, и многие его используют и нуждаются в нем. Сейчас найду вам скин, покажу. Вот такой вот скин. Не знаю, это точно или не точно. Пока ничего не известно. Если это он, то в принципе неплохо. Можно будет поставить обратно Бастион, там Бог войны, которых я слил, и прокачать, и сразу протестить, показать, какой Бигфут лучше. Ну, в принципе, я тоже Бигфута часто использую. Я, в принципе, не против скина на него. Надеюсь, он будет действительно хорошим. Ну, это такое, посмотрим, будет обнова, будем уже точно видеть, что и как. Или ближе к обнове будет какая-то дополнительная инфа. Также у нас сегодня уже второй день идет базарчик, и наконец-то разработчики у нас расщедрились и добавили пятые сеты ремок. Сразу пятый сет получаете за большой пак, 50 осколков некроса, еще два топовых сундука плюс. Сразу слизни на сколько тут у нас получается, 1,5 ляма и еще 750, 2 250. Ну, в общем, на полностью всю прокачку почти на героя вы получаете сразу же слизнячки и плюс камни. Ну, камни это такое, и плюс это сумка профессора Рибета, с которой вы можете достать его одного. Ну что, у меня сегодня очередное пополнение ремочек. Сейчас посчитаем, сколько их всего у меня. По-моему, я одну не открывал, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Так, вот наши руны. Да, все-таки не открывал. Это еще одну можно будет собрать. О, поехали. Вот сразу плюс 6 сетов. Просто, ну, просто супер. Теперь нету заморочки на таремками, в принципе, на аккаунте. Их, по-моему, около 22 где-то будет. 23-ю можно будет тоже дособирать. Сейчас посмотрим. А что, выходить руны 5 уровня. Да, 20, 22 сета уже есть. Всего 22. Ну, плюс 23 уже можно тоже сковать. Так. Ну что, идем пробежимся по акциям. Что там у нас сегодня есть? Интересная кузница. Заберем топовые плюшки. Так. Что у нас тут есть? Камни. Сколько штук? 8 камней. Ну, в принципе, за 10 тысяч как бы не особо. Они и так падают. За соточку исцеления. За 130 исцеления сет рун, сет дороже, чем талантик. Странно. И Рибет вообще за 180. Это, как по мне, бред полный. Ну, вот это мы заберем однозначно. По сколько? По 50. Отлично. Плюс 250 льдешек. Неплохо. Забираем все. Да. Ремочки, конечно, порадовали. Так, шанс ковки есть. И забираем еще одну. Ну, у нас даже остается десяточка. Ну, тут больше нельзя. Заберем сейчас камни, чтобы не пропадало. Так, есть. Че, попробуем трешануть. Шанс 1%. Кубка не удалась. Ну, понятно, не удалась. Это же GG. Так, что у нас еще есть интересного? Базар, кузница, созвездие, натрату, разбей яйца, выращивай призы. Ну, давайте пошли вырастим, что-то посмотрим. Что там у нас сегодня будет.
Так, ну давайте сразу полив начнем. Там дойдем до какого. Так, посадили. 12 лет, возможно, сюда какие-то топовые плюшки завезли. Так, что у нас тут за десяточку карта? 38, пятый сундучок. Льдышка за 80-ю. Ну, в принципе, льдышка лучше всего. Вальтор, Фрея, Повелитель Бури. Ну, награды за 180-е. В принципе, неплохие. То есть, топовых героев добавили. Ну, не особо. О, 5 карт. Самое ценное, что здесь есть для меня в этой акции, это карты на Колизей. Чтобы можно было одним махом все пройти сразу. Так, забираем десяточку. Карта легендарки. Легендарное яйцо. Не знаю, по поводу обновы очень много мнений, очень много бурных эмоций. По поводу скинов посмотрим. И новые герои, не знаю, что опять ведут. Очередную дичь или вообще хрень, как Рибит. Которая, ну, вообще не востребована. Хорошо, что она упала мне там за 50к. Потом мы с осколков там, не знаю, сколько набрали. Сейчас еще осколки пооткрываем. Дойдем до 80-й награды, в принципе, дальше там посмотрим хотя бы, что у нас будет. Так, это сегодня до полуночи надо будет доиграть обязательно. Не забыть карты в Колизей. Ну, ничего нету особенного. Так, окей. Что тут у нас? Коробочка. Камень судьбы первый. Нафиг не нужен. Так, а что тут будет? Сумка профессора Рибита. Хрень полная. Ладненько. Побежали сюда. Так. Так, кулачки забрать. Так, 25 коробок есть. Где там наши сумочки? Где-то ниже должно быть. Вот, открываем сразу 5. Ну, 130 штук. Даже не полный получился. Так, забираем отсюда награды. 250. Отлично. Просто отлично. Улучшить. Так, а что тут у нас? Сейчас попробуем. 31. Так, я понял, могу сделать плюс левел. Хорошо, потом этим займемся. Так, ну что, побежали еще в яйца. Поиграем в яйца. Ранки, Бигфут, Некрос. В принципе, неплохо. Падают все герои. Некрос, Вольт. Можно все, что хочешь, достать. 62. Интересно, словил Некроса. Сейчас посмотрим, что у меня там вообще по осколкам делается. Конечно, тут за один пак ничего никогда не падает. Редко-редко было там. За 12, по-моему, или за 13 даже падало. А 13 это уже больше одного пака получается. А когда-то это была самая топовая акция со всех. Ну, уже все. Так, ну давай. Давай что-то интересное. Да, сейчас бы еще грубой силы нам заходик сделали, завозик талантиков. Руны уже хватает, а вот талантиков неплохо было бы. Возможно, скоро будут и шестые руны, я не удивлюсь, потому что очень много они рун раздают. Пятых сетов просто слишком много. Кенди на 20-м яичке. Почесали 20-е яйцо и пришла к нам Кенди.
Возможно, будут шестые, седьмые, я не знаю, но с такими темпами, как они раздают пятые сеты уже, то, скорее всего, можно ожидать, что все-таки будет дальше прокачка. Не знаю, чего она будет стоить. Будет, наверное, глупо, если будет 4 пятых сета, но интересно, интересно. Хотя не для всех талантиков это подойдет. Ого, ничего себе, 28-е франки забрали. Отлично. Отлично. Например, для той же самой ремки корки как бы смысла нет, призрачный. Хорошо. А вот для некоторых талантиков было бы очень интересно. Мы посмотрим, что они придумают. Я думаю, это будет не скоро, но когда-то они к этому все равно додумаются и сделают это, потому что что уже сюда пихать, я даже не знаю. Так. Исцеление. Уже, в принципе, можно не париться талантиком, ставить ремку. Руны уже не такая проблема для всех собрать. Раньше они были очень дорогие, сложно. Сейчас, как видите, дождался акции. У, Ронин, ничего себе. Смотрите, как Кенди опять. Неплохо, неплохо рандомчик сегодня работает. На красобой словить. Ну, за 60 паков. Вряд ли. Говорю, за 60 паков. За 62 попытки. За 60 паков то по-любому можно словить. Так. Отлично. Самики. Сейчас еще откроем сетик, который мы получили с еженедельного. Так, окей, отлично. Собираем. Вот интересно, как сделают анимацию Бигфута, что-то поменяют или нет. Было бы интересно на это очень посмотреть. Так, забираем. Ну, такое себе. Бывало и получше. Так. Где там наш пятый сет не открытый? Вот. Использовать таинственный мешок рун. Не понял, что я не то открыл. А, я не то открыл. Вот сет простых рун. И отсюда у нас падает. В принципе, неплохо. Ракушку я собираю. Хочу собрать полностью 6 сетов и затестить вместе с огненной защитой, посмотреть, что за месиво будет. Думаю, будет очень интересно посмотреть на это. Так, ну, в принципе, все. Пишите комменты, бомбите по поводу того, что сейчас происходит. Обязательно участвуйте в конкурсе на пирата, в конкурсе на Вольта и Некроса. Вольт на следующей неделе, на следующих выходных. Поэтому всем удачи. Ссылочку оставлю под видосиком в описании на тот и на тот конкурс. Все, всем пока.